Всем привет. Вот решил сделать маленький такой сюжетик. Выбрал из своих путешествий фотографии дверей, которые я делал в городах Прага, Будапешт. Ну, в основном в этих городах. Может, для специалистов это будет интересно. Вот, посмотрите, вот такие двери. Действительно интересные. Ну, во всяком случае, симпатичные, как мне показалось. Вот. Вот, собственно говоря, и все. Посмотрите на двери, которых очень много в Будапеште и Праге.